Затягиваю маховик. Все, маховик я протянул. Протираю втулку. Смазываю ее смазкой. Беру сцепление. Корзина у нас от Brit Parts. Номер ее. Где номер? Где номер? Почему нет номера? Странно. Отдельно номера на корзине нет. Я заказывал комплектом сцепления от Brit Parts, поэтому в комментариях выложу номер комплекта. Сейчас посмотрю, на корзине есть что. На корзине нет никакой маркировки. Нет никакой маркировки на корзине. К сожалению. Также диск сцепления. Он тоже от фирмы Brit Parts. И на упаковке нету никакой маркировки. Вот приложу, какой стоял диск сцепления и какой теперь ставим. Насколько у него площадь прилегания больше. Если вот по кромке взять, какая была по краю, у него по 7 мм на 100 сторону больше. Так что и здесь по корзине он ложится по краю. Да, по краю корзины ложится. Даже немножко выступает за край корзины. А вот выжимной фирмы NSK. На нем маркировка есть. ZA-60TK-T3901. Вот такой вот выжимной. Ставлю на место корзину. Пальца, чтобы отцентровать, у меня нет. Я отцентровал по краю диска сцепления относительно корзины.
Вот так это выглядит. Равномерно выступает со всех сторон. И вот теперь уже можно корзину подтягивать. А вот теперь можно поднимать двигатель и цеплять коробки. Коробка у меня стоит уже на раме, почищенная. Меняю выжимной. Замечательная штука, кран дома. Вот так вот это все выглядит. И в одного можно устанавливать двигатель на место. Отвязал, крутился вокруг, отвязал подушку вместе с кронштейном, двигатель подвесил немножко под углом, а рук не хватает, чтобы и коробку приподнять, и двигатель немножко повернуть на кране. Двигатель тяжеленный, когда отвязал кронштейн, тогда уже смог, подпер коробку и смог повернуть двигатель. Наживил гайки по кругу, ну вот видно, стягивается все нормально. Ну все. Протягиваю коробку и ставлю на место кронштейн. Двигатель с коробкой установлен на место. Клапанную крышку не закрываю специально, потому что я сейчас сниму головку и увезу ее на притирку клапанов и на замену маслосъемных колпачков. Заодно проверят геометрию головки, если надо, ее шлифанут и установлю ее на место. Снимал поддон, поддон покрасил, кронштейны все покрасил, навесное частично все очистил, помыл, покрасил. Устанавливать будем постепенно. Внутрь не залазил. Кривошип здесь в хорошем состоянии, поэтому сам двигатель как таковой не лез и ничего не делал.
помпу заказали новую, термостат новый, ну и что там у нас, крепеж новый. Ну все постепенно сделаем. Генератору и стартеру сделали ревизию, увезли. Ну, когда буду устанавливать, все это покажу. Снимаю головку, для этого ослабляю болты, снимаю ось с коромыслами, снимаю сзади подвод масла. Он здесь идет не через блок, он идет отдельной трубкой, сзади его видно. Замерю, какой зазор стоит на клапанах. Зазор стоит 0,3 миллиметра. Беру головку, ослабляю болты. Все, головка отвязана. Снимаю. Также. На клапанах метки, значит, клапана уже снимались. Интересно, пометили кирном, но не на всех клапанах метки, значит, в головку уже лазили. Все, увожу ребятам. Притрут, померят геометрию, если надо, головку тоже шлифанут, помою ее и покрашу. Привезли мне головку, беру, устанавливаю. Головка здесь без направляющих устанавливается. Мне ее шлифанули, 0,09 сняли.
Смазываю резьбу на болтах маслом. Здесь болты трех размеров. Наживляю все болты. Ставлю на место штанги. И ставлю коромысло. И теперь вот этот ряд болтов ставлю. Они здесь через коромысло идут. Через опоры коромысла. Четыре ряда болтов, как на дизеле. Ну а теперь беру динамо-ключ и протягиваю болты сначала на 30 ньютон. Немножко жду на 60 ньютон. Опять немножко жду и дотяну их уже на 90 ньютон.